Начать начали с настоящей музыки. Ну что вы можете сказать по поводу прошедшего концерта? Все было заебись. Я считаю, что мы задали новую планку в хипстер-движении. Да. А поясните это нашим слушателям и телезрителям, которые находятся, например, в Рязанской области, на которой мы транслируем. В Рязанской области были там на гастролях. Я хочу сказать, что просто в том смысле, что после нашего выступления, как бы, там играет Stone Cold Boys. Это все уже смысла не имеет особо. А будут гастроли по другим городам нашей необъятной родины? Западно-Двинск поедем, Петрозаводск. А вот сейчас опять интервью Копрофил, 2 часа. И Петропавловск. И чай в 3. Спасибо. Ну, удачи вам. Всего хорошего.